Короче, друзья, заехал на Коржик и охренел. Просто охренел. Смотри, вот эта дорога, которую не делали уже ахулиард лет. Я здесь жил на Коржике, 16 лет назад. Здесь было убийство. И сейчас я еду. И каково мое удивление, когда здесь, смотри, какая дорога. Шикарно. Сделали вот эти заплатки. Там во дворах, в других, собираются то же самое делать. Ё-моё, что эти в следующем году выборы животворящие, что ли, делают? Все начали заниматься работой. То, что надо, делать было уже давно. Ё-моё, это такое приятное. Ребята, вы так молодцы. У меня во дворе столько же ям позаделывали. А чуть дальше там не заделали, засыпали немножко. Суть, друзья, давайте заниматься своим городом. Не только перед выборами. Я не знаю, кто там этим движет. Но не суть. Круто, что делаете. Молодцы. Теперь вот перед выборами. Огромная просьба. Поставьте во всем городе мусорники, которые закрываются крышкой. Потому что вороны создают мусор в городе. Блин, очень круто. Очень круто.